Ну давайте немножко проговорю сначала, что стоит. Если что, кисти мы стихим здесь, вот где-то будут валяться. Сначала с неба. Первое в таких пейзажах приходит небо. Ты видишь, что там за облачками, за сиреньями, какой-то чистый цветик сначала. Вот его и добиваешься. Ультрамаринчик и белило. Видишь, как я много замешал красочки. Можно его немножечко в бирюзовую ввести. Да-да, проходите. О, здравствуйте. Здравствуйте. Вот. Набираешь массу краски и начинаешь наполнять. Все-все-все пространство, там, где небо произошло. Наполняешь вот этим количеством. Ну, ты наверняка видела у нас уже, как все происходит, какое количество краски. Вот. Как только произойдет, прямо туда, в эту краску, ты добавляешь розовый. Получаешь вот такой сиреневый оттенок. Можно его еще усложнить коричневым, но совсем немножечко. Вот так, на кончик. Наведешь облачков. Стараешься такой некий мазок сохранить. Видишь, чтобы происходили характерные тому, что ты на картинке видишь. И низушку всю этим цветиком продолжишь набирать. Вот так. Здесь уже можно краски много не держать, как в небе. Тут в качестве подкладки должен цвет произойти. То есть сухо наберешь. А в небе с количеством. Все. Понятно? Все, полностью да, все. Да, да. Можешь сразу, если будет интересно, чуть-чуть рисунком. То есть где-то лужицу отметить, тонально темнее, где-то заборчик поставить. Может, деревья какие-то. Чуть-чуть темнее, и все. Но в этом же цвете. Да, у тебя сейчас один цветик работает. Единственное, небо там с бирюзой, с легкой, а облачка уже сиреневые. И не переборщи с коричневым. Потихонечку. Так. Ну, поспешила немножко, конечно, с коричневым, зеленочкой с этой. Почему? Тебе нужна была просто чистая кисть. Мы не имеем права уйти из этих цветиков, пока мы в них не довысказались. А как вы тут знаете, когда вы не как? Легко. Небо законченным кажется? Нет. Значит, что-то в нем не хватает еще. И додавишь всех красок, которые заканчиваются сразу. Там в небе какая-то вот эта горизонтальность есть, да? Особенно близко к линии горизонта. Деликатненько всматриваясь в картиночку, сейчас добавишь недостающих моментиков. Вот тут какое-то облако белое. Ну да. И мне надо же основу, наверное, положить. Какую основу? А вот такую голубенькую. Над кону уже есть у тебя? Это самое, да? Да. Ты можешь прямо поверх белила цапнуть и сюда вытащить их. Посмотри. Про какую основу ты говоришь? Вот про это все я говорю. Да. Здесь немножко с красным, с кадмием. Буквально граммулечка вбелила, и они становятся теплыми. Есть там растянутость такая, да? Немножко темнее. Вот тут произойдет. Да. Как бы подрезающая темнота для облака нужна. Не всегда спеши разойтись к краям холста. То есть ты выше гораздо утянула, чем должно было все произойти. Какие-то окошечки светлые поищи. То есть сейчас тебе нужна просто, конечно, здесь это не трогать осталось. Тебе нужна кисть в цветах неба, ты его вела уже в коричневый. Все поняла. Держи. Но это чисто техническое соображение из того, чтобы ее не мыть постоянно. Я поняла. Очень любишь много инструментов в руке держать. Вот это недостаток. Хорошо. Не забываю положить. Можно, наверное, вот это облачко, которое подсекает своей темнотой, как бы создает яркость для будущих деревьев. Понимаешь, его важно все-таки обозначить более мощно. Мы с тобой в этой картине хотим видеть мазочек вот этой русской школы живописи, русского импрессионизма, да?
Так что имей в виду, всегда на него настраивайся. Поменьше рассусоливаний, побольше мазочков. Зеленый уже. Я без этого не могу. Поэтому я и паркуюсь в фото. Какие-то деталечки ты можешь потом добрать, вот, например, такие рассечения. Облако, это все уже как бы детализация. Но основное надо схватить. Дальше. После синего первый вступает зелененький. Ты будешь стараться беречь вот эту подкладку по возможности. То есть не завивать ее полностью. Возьмешь усредненный зеленый, постоянно в него добавляешь красный. То есть в чистом виде желтый и синий нам не нужен, нам нужен еще и красный. И начнешь набирать вот так шероховато, с просветом. Что-то средненькое сначала. Не светлое и не темное. Создавать настроение травы. Мы сейчас набираем вот эту зелень или вот траву? Нет, вот. Земля. Земля, да? Мы ставим сначала небо, потом ставим землю. Угу. Потом уже вертикально и выращиваем. Угу. Там они коротенькие вдали. Поближе будут длиннее. Везде перечислишь один цветик. То есть не прыгаешь из одного в другой. Угу. Перещелкиваешь его повсюду, где только сможешь увидеть. Потом берешь потемнее. Красный, кстати, иногда можно заменять коричневым. Он тоже глушит насыщенность зелень. Перещелкаешь в темнотике. Везде, где увидишь. Где-то здесь, может быть. Ну, видишь, либо мазок, либо вот эта шершавость укладки. Угу. Которая дает просвечиваться сиреневому из-под неба. А то и другое можно? Одновременно? Да. Нежелательно. Запутаешься, да? Запутаешься, угу. Да. Ну вот, два цвета тебе. Угу. Потом рыжие. Вот эти деревья можешь поставить уже, кстати. Ну это потом. Угу. Хорошо. Угу. Хорошо. Хотелось бы, чтобы он произошел вот таким. Уже? Да, да. Где-то чуть краснее, где-то чуть желтее. Этот цветик здесь очень сидит. И здесь нужна густота теперь. Видишь, мы тут тоже штриховательно. Вот очень-очень классно. Потом еще возьмешь красненький белило и ультрамаринчик. Ультрамарина очень мало. Для дорожки. Красненький, сейчас красненький. Красненький белило ультрамаринчик. Дорожечку туда. Наперекор судьбе. Вот так. Да? Угу. Тоже с фактуркой. Вот видишь, что нужно от этой картины? Вот именно это. Рыхлости всякие. Этот же цветик где-то, может быть, и здесь появится. Тоже рыхло. Кисточка не имеет такого, знаешь, плотного мазка. Она как бы постоянно в двух пальцах болтается. И хочет вот такое уложить быстренько. Держи. Рыжим продолжишь. Можешь еще после рыжего какие-то тенечки подставить. А дальше перещелкивай все цветики. Синенький отчасти останется. Будет не хватать потом вот этого. Можешь прямо пальцем какие-то темнотики поставить. Вдали, кстати, что-то там темнит тоже. Темно-синее. Главное по порядку все. Правильно по порядку пересчитать. И не запутаться одно в другом. Ну, нравится тебе эта картина? Полюбила? Да, я очень ее полюбила. Давай немножко вот в полосе прогуляемся, чтобы она образовалась.
пока просто пятнышко, потом маленькой кисточкой будем работать. Зазеленило. Видишь, когда мракотень пришла такая поддерживающая, оно сразу как-то больше стало похоже на воду. Да? Угу. Я сейчас раздал еще теней и снова возвращаюсь в освещение. Какая удовольственная картинка, слушай, прям. Угу. Просто вот так. Да, пока так. Угу. Вот крупная кисть слишком для деталек. Да, но... Ну, нам пока не надо детальки. Угу. Пускай. Угу. До поры до времени мы от них уйдем. Вот насколько сейчас размер физической кисточки позволит, настолько ты и спишешься здесь. Очень цветная работа, поэтому буквально какой только цветик там не найти, но так, чтобы еще и предыдущий поставлять по возможности. Немножко большой кистью, а потом уже маленькой. Теперь берем малышку. Вот эту. И точнее рисуночек выдаем. Сначала с темненьких. Включаешь туда посветлее. Опять же, стараемся не мусолиться, стараемся
сохранять мазок. И в деревьях там есть что поискать, да? Очень много всего подобавлять, чтобы это стало деревом. И домичек. Все-все-все уточняешь. Вот этот корпус особенно. Столики там светлые сидят. Потом еще перекрываются ветвями. Когда здесь станет уже много твоих касаний, пойдешь вот сюда. На высветление все время будем двигаться. То есть если мы раньше то в тень, то в свет, то где-то в грязи, то сейчас у нас уже все время светлее, чем есть. Будем создавать, ладно? Даже во время просмотра. Саша, я подправила специально. То есть вот что? Это горизонтальное было, я здесь немножко арочку там. Я вижу, да, да. Ну, поскольку она тут главный герой, мы не можем ее не выписать. Мастер работает. Веселее стало, мне кажется. Ну, только чайку попили. А все началось с чего? С лошади. Да, да. С пузика, да. Ну, там оно как бы более разное. Шедевр загрузен. Слушайте, ты вот вырвалась. Я вот что хочу сказать. Мне как дежурному колону надо приплатить. Слушай, я не знала, что ты умеешь разговаривать. Я думала, ты только молчишь и готовишь. Я дома, где всех ненавижу. Ты смотри, у нас же видеосъемка, ты потом это... Везде засветилась. Страна тебе узнает. Зря пошла на курс. Без нового разрешения в интернет никто не выходит. А, ну да, ты же всех ненавидишь, что будет. Красота. Главное отойти очки снять. Нет, что за перекурила, а? И чайку попила, и согрела. Мне нравится моя работа. Жизнь какая-то появилась. Ну. Ой, Саша, хорошо, что я эту работу взяла. Видишь? Не зря я настаивал. Да, 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 да. Она интересная. Вот. Уже пусть сама дорисует. Пойдемте к нам. Сейчас, сейчас, немножко. Мне же тоже нравится. Врачи. Вы поймите меня правильно. Да не-не-не, мы же шутим. А, ну ладно. Вот ты же темненького положили, все вообще другой этот. Это вот, Саша, вы что смешали с чем? Что-то с чем-то. Это ФЦ. ФЦ это желтый ФЦ. И коричневый. Угу. Ну, то, о чем я тебя и просил. Я же говорю, вот подойдет, вроде ничего не сделал. Он постоял с кисточкой картины. Уже шедевр. Я говорю, волшебник.
Ты видишь, я не слишком всматриваюсь в картинку, ну как бы всматриваюсь, но не настолько, чтобы уж совсем копировать ее во главе ставить. То есть, если у меня какие-то тут воображалки появляются, я им больше доверяю. Угу. Ну, продолжай. Набираем мелкими розочками. Очень-очень хорошо, мне нравится. Вот, кстати, его и нет. Не очень-то нужно. Тут буквально какая-то, да. Пара таких мазочков на храпом. Ну, классно. О, травы, точно. Ты смотри, как сразу трава, да? Угу. Не мешает. Буквально два мазка, и сразу становится понятно, что это. Из чего это пятно состоит. Нравится? Очень нравится. Все. Забирай свои игрушки и не писай, можно еще больше давать. Красиво, конечно.